Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала! Мы с вами находимся накануне знаменательных дат, а именно 21 декабря начинается новый солнечный цикл, то есть зимнее солнцестояние, самая длинная ночь и короткий день, и потом начинается энергетический рост. То есть 21-22, а скорее всего лучше всего 22-23, вы можете закладывать программу на целый год. И заклав программу, знаете, как вот зернышко прорастает. Вот зернышко маленькое, она содержит разного рода потенции. И только она только раз начинает прорастать, росточек маленький, но сила огромная потом в конце концов вымахивает там колосок или там дерево или еще что-то. Так вот, вы как раз на эту энергию солнечного цикла можете зацепиться, подцепиться и успешно воплотить какие-то свои мечты и так далее, и так далее. Более того, 23-го у нас будет новолуние. У нас, если так сказать, несколько циклов, ну те, которые вы знаете. Смотрите, день и ночь – это полный цикл. Маленький, полный цикл, в течение которого можно что-то сделать, реализовать и так далее. Грубо говоря, это целая наша жизнь. Далее идет лунный цикл. В течение практически 29,5 дней мы с вами проживаем несколько такой цикл интересный. Энергетика Луны с ее приливами, отливами, гравитационным воздействием, естественно, воздействует и на нас. Важно это также использовать. И как раз где-то 23-24 вы можете опять-таки закладывать для себя программу на месяц, на лунный месяц. А лучше всего где-то 23-24-25 воспользуясь тем, что два цикла наложились один на другой, создать мощную какую-то там, будем говорить, программу и реализовать ее в течение года. Ну, допустим, выздороветь, избавиться от чего-то и так далее, и так далее. То есть, что я хочу сказать. Вот, информацию можно разделить на три блока. Значит, Вселенная полна всевозможными энергиями, потенциалом и возможностями. И их остается только взять. И для этого надо иметь голову. Голову, понимаете? Голову, которая мыслит. Поэтому новолуние каждого месяца и вот как раз зимнее солнцестояние — это самые плодородные дни для того, чтобы начать нечто новое. Ну, говорим. Например, там, сменить работу или найти, начать новое дело, более того, завести новые знакомства, более того, в конце концов, завести новые отношения, если у вас чего там не было. При этом надо поставить конкретные цели на месяц или на год. Если вы воспользуетесь, хотите лунным циклом, значит на месяц, а если решить какие-то более такие большие цели, то значит в течение года. Смелее действуйте. И кстати, теперь говорим о том, а как же поставить эту цель? Я понимаю, что никто нас этому не учил и так далее. Значит, смотрите. Те, кто могут, но это единицы. Единицы из нас могут сделать мощный мыслеобраз того, что вы хотите получить. Что вы хотите увидеть в конце лунного цикла, либо что вы хотите обрести и получить в конце следующего года, то есть перед следующим зимним солнцестоянием, это уже 23-го года, что вы хотите. Создается мощно. И этот мыслеобраз начинает работать, начинает работать. Главное смелее, без всякого рода
колебаний, неуверенности, это все рассеивает. Твердая уверенность, только раз, создали, запустили, и все. И делайте, и трудитесь. Это те, кто могут создавать мысли, образы. Их, как правило, единицы. Но, а вот далее, следующие могут просто-напросто сделать рисунок того, что вы хотите обрести через лунный месяц или в конце года. То есть рисунок, нарисуйте свою мечту, что вы хотите иметь, каким хотите вы быть, каким хотите, чтобы была ваша жизнь. Вот нарисуйте, вот как, вот. И разукрасьте свою вот эту цель, разукрасьте. Чем тщательнее вы будете рисовать, чем больше вы будете разукрашивать и вносить вот этих всех всевозможных деталей, поправочек, тем более реально она будет. Взаимодействуйте с пространством, взаимодействуйте. Ну и наконец-таки, ну некоторые и рисовать не могут. А что им делать? В конце концов, писать вы можете. Напишите во всех подробностях, что вы хотите достичь, получить и так далее. Вот в мельчайших подробностях. Вы должны показать, можем говорить, пространству. Вы должны показать Вселенной, в которой огромное количество возможностей. Какую возможность вы хотите взять и реализовать? Пишите подробно, пишите. Целый можно рассказик сделать для того, чтобы это все у вас было. Кстати, надо было немножечко вообще пораньше сделать. И лунный цикл, и солнечный цикл подходят к концу. Поэтому сейчас важно завершить, вот как бы сказать, дела, которые у вас были начаты ранее, чтобы вы их как-то завершили, годовые. Если мелкие дела, чтобы вы завершили, значит, те дела, которые вот делали в течение месяца. То есть важно завершить, чтобы ничего не было. То есть теперь, что, так сказать, надо делать, что не надо делать, вот как раз это. Значит, если у вас какое-то любимое дело, только, естественно, не переставайте им заниматься, потому что оно для вас важно, вы просто-напросто... И это дело, так сказать, возложите на вот эту волну возможностей лунного цикла и солнечного цикла. Оседлайте эту волну, чтобы помчаться. Далее. Значит, смотрите, вот как раз после 23 декабря не сторонитесь знакомств с людьми, которые приходят в вашу жизнь, то есть через друзей. То есть кто-то вас знакомит и так далее, и так далее. Это не что иное, как ваши возможности, которые могут реализоваться через людей. То есть мы не понимаем, вот какой-то человек появляется вдруг у нас вот в течение, будем говорить, ну примерно недели-двух после 23 декабря, ну пусть даже до Нового года. Да, до Нового года. И даже больше. До Рождества, наверное. Вот, какой-то человек новый появляется. Не старайтесь от него, так сказать, отделаться, а понаблюдайте. А вдруг это какая-то новая возможность для вас, которая может реализоваться через этого человека, либо совместно с этим человеком. То есть это очень важная вещь. И тут желательно, конечно, те друзья, которые, вернее, знакомые, которые придут через ваших друзей, не просто там с улицы что-то там вы это самое взяли кого-то, какого-то, так сказать. Так, третье. Не отклоняйте внезапные предложения. Вот с 23-го, грубо говоря, там где-то по Рождеству Христово, могут прийти какие-то предложения, внезапные предложения. Только раз. А вы думаете, да, у меня вроде то есть, вроде все есть. Нет, это мне не надо. Не отклоняйте их. Это как раз вам вот так как раз и предоставляется очередная возможность, будем говорить, вот в самореализации. Очень хитрый ход. Не отклоняйте. Далее, смотрите. Не вступайте в ссоры и не развивайте конфликтные ситуации. Потому что, особенно, смотрите, вот сейчас
ссоры и конфликтные ситуации, которые у вас имеются, надо заканчивать, надо все мириться и так далее, чтобы они не перешли на следующий цикл. А если вы в следующем цикле, в самом начале, вдруг тут это самое, начнете, грубо говоря, ссориться, ругаться, конфликтовать, этот конфликт получил, вернее, вскочил на волну вот этих всех возможностей, он у вас разовьется в течение года, в течение лунного цикла. Надо вам это или не надо? Далее, значит, нельзя жаловаться на судьбу и жизнь в целом. Вот после 23-го и до 9-го вы живы. Дай Бог, чтобы вы еще здоровы были. Дай Бог, что у вас что-то имеется, там какие-то материальные блага, работа и так далее. Будьте довольны этим, не жалуйтесь вот в это время. Ваши жалобы, опять-таки, усилены энергетикой лунного цикла совместно с энергетикой солнечного цикла. Значит, вот эту жалобу разнесут. И вы вообще будете несчастны в течение всего этого года. Ну, подумайте, подумайте. Вообще, если вы живы, что бы с вами ни было, вы цените этот момент, радуйтесь жизни. А вот смотрите, считается, что это неподходящий период для вступления в брачные отношения. То есть, грубо говоря, до 9-го я бы сказала, это самое, ну, до Рождества Христова. Ну, желательно не вступать в брачные отношения, что там, как там. Ну, вот такая есть рекомендация. Следующая, значит, рекомендация, которую желательно соблюдать, это на, опять-таки, очень хитро и тонко подмечена эта рекомендация. А именно, с 23 декабря по где-то, когда там 9 ноября, когда Рождество Христово, значит, 7-го Рождество Христово, января, не совершайте крупных покупок и не совершайте каких-то денежных трат. Потому что, смотрите, вы тратите, и опять-таки на волне вот этой вот мощной энергетики вот этих цикла лунного и солнечного, у вас траты полетят, и вы не остановитесь. Не надо это делать. Вот такие вот, значит, рекомендации. Ну и что, я со своей стороны вот тоже тружусь. Вот сегодня я занимался так называемой и динамической гимнастикой по своей собственной программе. И вот все эти занятия, знаете, что-то они должны в какой-то конкретный результат выливаться. И вот мне сегодня удалось сделать в упражнении штанга на поясе 900 килограмм на 7 раз заколбасить. То есть я тем самым показал пространству, возросшую свою энергетическую мощь, которую я нарабатывал. И вот удалось мне воплотить ее в такой результат. Далее я уже думаю, что в следующем году я также буду трудиться, также закладываю программу самореализации, самооздоровления, значит, развитие творческих способностей, думаю заняться музыкой. Ну и, естественно, буду заниматься по мере сил и возможности с вами. Так что вот это как раз важная дата окончания старого года солнечного и начало нового, то есть это вот как раз астрономически, это вот природная дата. Вот отсюда и надо начинать, так сказать, отчет. Все остальные даты какие-то искусственные, ну, кроме как по китайскому там календарю, там они также учитывают это. Здравия вам, процветания вам, воспользуйтесь этой информацией. И главное, вот чтобы в голове у вас была вот эта вот мысль. Вселенная предоставляет нам безграничные возможности. Бери любую. Ну, сколько ты можешь взять? А у нас не хватает у Мишка
для того, чтобы это взять. Мы берем так вот, знаете, мало-мало. Но насколько наш грешный умишка соображает, настолько мы и берем. Расширяйте свое сознание. Постигайте самого себя. Интересуйтесь мирозданием. И оно ответит вам безграничными возможностями. Подарит радость, здоровье, бытия и отношений. Доброго вам здоровья! Так вот немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали доброе, хорошее начинание. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, здоров, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Ой, веселись, здоров, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, здоров, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам-